Юбилей Победы усилиями детей из разных стран должен получиться 70-метровый шарф. 9 мая его разместят в музее Сталинградской битвы. На саратовском отрезке воспитанники интерната вывязали герб города, мемориал «Журавли» и военную технику, которая стоит на Скаловой горе. 1,5 метра памяти ребята уже отправили в Волгоград. Настолько самоотверженно, что не переставали вязать. Практически идут куда-то на мероприятия и с собой эти кусочки шарфа несут и вяжут, не переставая. Поэтому мы очень в короткие сроки связали этот шарф и отправили по почте в город Волгоград.